Я думаю, что вот популяризация спорта, который у нас сегодня в стране ведется, достижения наших спортсменов, наше личное участие, там, людей, которые представляют эту власть, ну, в том числе и на губернатора посмотреть, это человек, который действительно занимается спортом, и видно, что он занимается спортом. Я думаю, за счет личных примеров можно будет, да, изменить за один год ритм жизни человека практически невероятно, если это он сам этого не захочет. Чтобы он это сам захотел, нужно его сподвигнуть только на примерах.